Шинник продолжит борьбу в рамках первенства футбольной национальной лиги. В Турции завершился заключительный тренировочный сбор ярославской команды. А сегодня футболисты вылетают на первую гостевую игру с Сибирью. К огорчению болельщиков, матча не сможет принять участие капитан черно-синих Валерий Катинсус. Напомню, красную карточку он получил в игре с Мордовией. Первая домашняя встреча Шинника пройдет 16 марта с питерским «Динамо». Правда, без ярославских фанатов, согласно условиям дисквалификации.